В день города жители микрорайона имени Нагина получили еще один культурный объект, в котором будут развиваться творческие дети. В здании ДК «Ратеп» открылся филиал детской художественной школы имени Александра Бузовкина. В торжественной церемонии приняла участие заместитель главы администрации Серпухова Юлия Русецкая. Деятельность филиала не будет ограничиваться только рисованием. Пластилин, глина, папье-маше и многое другое. Всему этому на начальном этапе дети будут учиться 3 раза в неделю. Очень знаково, что это происходит именно в преддверии Дня города, вернее, прямо в День города. Поэтому я хочу пожелать деткам творческих успехов, поколению новых вершин, а родителям здоровья, терпения, оптимизма и хорошего настроения. Поздравляю вас с открытием филиала художественной школы. На сегодня в класс раннего эстетического развития, который мы здесь открыли, записалось уже более 20 детей. Сегодня, как мы видели на открытии, еще подошли родители с просьбой записать их детей в такой интересный класс. Потому что, почему мы говорим, что класс? Потому что это пока набираются дети на раннем этапе развития художественной школы. Есть определенные требования, потому что их еще нужно научить правильно держать карандаш, подбирать цвет и так далее.